Всем привет, дорогие друзья. С вами я, Бадя. Продолжаем с вами проходить модификацию игры Far Cry 1. Под названием не после этого, но уже четвертая часть прохождения этой игры. Четвертая глава, которая называется... А называется эта глава... Сейчас покажу. Хеликоптер. Прыгаем и спрыгаем. Но эта модификация, как вам известно, называется The Day After. Уже мы добрались до четвертой самой главы. Половину мы этого мода прошли. И все с карт. Ну, что хочешь сказать? Ну, будем надеяться, то, что у меня тут ничего не будет. Очень прям сильно на это надеюсь. Это уже моя вторая попытка записать. Вот именно здесь у меня игра просто вылезла нахер. Какого-то хрена. Вот, допустим, я калаш заберу сейчас, да? Я сумею забрать калаш? Есть. Хотя бы калаш забрали. Молодец. Красава. Пойдем дальше. Пойдем туда. Если нам не хотят помогать офигевшие мрази, остаются там. Что это было? Я что, выжил? Да ладно. Че, серьезно? Да ну нахер, я выжил. Капец какой-то. Буду, короче, по одной пульке стрелять им. В рыло, нахер. У меня есть калаш. Буду им пользоваться. Ничего нету. Чего там не видит? Я хорош. Какая-то лодка здесь. А для чего здесь лодка эта? Стоит тут. Нахер. Откуда сейчас стреляли, я не понял. Где они там спрятались? Засели внутри, офигевшие. Так, заходим. Карточка. Просто молодец. Ясно. Испоганил мою броню. Охеревшее ты создание, а? Ну пойдем сер туда. Патроны что-то мне не хотят отдавать. Точно в голову выстрелил. Да, он сдох. 100%. Ну как же они меня бесят, а? Появляются эти мрази. Телепортируясь просто. Плывем.
Точка почему-то показывает в ту сторону, в то направление. Но там уже ничего нету. Сейчас допустим, посмотрим. Что у нас там имеется. Увидел этого Лена Шепеткова мод К9 Vision. На фрагменте тоже, кстати, обязательно пройду. На различном уровне сложности. Или на сложном. Посмотрим. Как получится. Думаю, будет интересно. Вам и мне. А вот тут я могу подняться, да? Прошу тебя. А здесь все-таки поднялся. Ну, идем. Кстати, вот тут красивое место, потому что здесь вода так прям на уровне. Охереть. Ракеты полетели, блядь. Так издалека прям. Пиздец. Так, я сейчас обрадовался то, что у меня игра не вылетела. Это прям офигенно. Очень обрадовался. Мы продолжаем проходить. Карточку забрал. Вот он, лох Кроу. Я застрял? Пошел нахер. Блин, я промазал, это плохо. Вторая попытка, плывем. Сейчас постараемся как-нибудь обойти. Легонечко. Я должен. Давай. Не видит. Кстати, я в него могу забрать этот гранатомет, потом пульнуть. Во-первых, пульнуть могу. Тот маяк. И в кусты, откуда меня пуляли, мрази. Вот так я сейчас и сделаю. Этим гаденышем. Охеревшим созданием. А вот это тоже нечестно. Вообще нечестно. Я могу подняться? Нет, походу это нереально подняться вообще, потому что очень такой склон жесткий.
Ладно, погнали. Надеюсь, промажут меня. Это баобабы растут нафиг. Капец. Нет, так не попадешь реально. Еще пулял, я помню. А, вот он, тварь. Тоже решил поплавать, скотина. Блять, нет. А вот это сейчас было очень жестко. Как же я умудрился спасти свою задницу, твою мать. Так. Сейчас сюда пульнем. Надеюсь, что он сдох. Сейф у нас есть, отлично. Он умер. Я его убил. Да, я же говорил. Так, все у меня есть, снаряжение отличное. Продолжаем идти вперед. Это что такое? А, они боялись то, что я не мог подняться, я понял. Они эту херню предусмотрели все-таки. Да, стреляет прям как калаш, такой разброс. Отдача, точнее, жесткая. Прям как в КС-ке. Сейв будет, нет? Кто-то здесь спрятался, я вижу. Неудачно. Откуда меня еще могут убить?
У меня же есть сохранение, езжи. Сверху. Окей, тварь. Я сейчас поймаю, тварь. Я за тобой поднимаюсь. Уже бегу нахер. Какие же вы твари. Прячься от меня, конопля там растет, капец. И куда мне плыть на дельтаплане? Бля, чё несу? Плыть нафиг. Чё, с ума сошёл, что ли? Летим нахер. Куда глаза глядят? Мы там не были. Я могу умереть. Очень-очень жестко. Живот только из-за того, что... Потому что пока что... На данный момент они меня тупо не видят. Когда увидят, мне капец. Я здесь был, ребят. Я был там. Куда мне теперь? Так, нет, я не хочу туда пока что идти. Все-таки. Повторяться мне тоже не хочется. Сейчас-ка я осмотрюсь, посмотрю это место. Повнимательнее прям. Что здесь может быть? Тут какая хрень, смотри. Тихо-тихо-тихо. Есть. Убили мы его. Стоп, куда мне дальше? А смысл? В чем смысл? Пойдем наверх. Я там больше ничего не увидел, блин. Давайте-ка сейчас еще одно место посмотрим. Блин, меня могут убить легко. Шлепнуть просто. Вот я хочу еще раз осмотреть это место.
Чуть не подстрелили козлы. Как же мне это проходить, твою мать? Есть, мы еще здесь не были, ребята. Какого? Тут даже никого не было. Вот и дурак. Еще одна карточка. Понял. Оказывается, здесь было две карточки, ребята. Вот такая вот херня. Подонок. Сейчас я этого пострелю, водителя. Готово. Теперь запчичка. А, не хочет подбираться отсюда. Ладно. Куда мне дальше идти? Посмотрим, короче. Куда нам показывают. Пойдем туда. Похер. Пойдем туда, что ли? А куда же еще-то нам идти? Тоже сейчас обойдем. Так вот. Там ни хера не было, кстати. Сюда нет, типа. Там какая-то отметка. Сейчас попробуем туда пойти. Ну. Тут ни хера нету. Ясно все. Мрази. Тупо.
тупые, блять. Расстрелю через эту хрень. Так, я пойду назад. Назад. Все. Того чела мы убили. Я вот сюда пойду. Сломалось все эти точки. Он уже тут самому все делать. Искать. Пипец какой-то. Мутанты ждут меня. Я так понимаю. И они дождались меня. Что? Ни хрена себе. Это прикол. Как мне туда попасть? Я захлебнусь. Так, давай дальше. Нужно протолкать эти херни. Я постараюсь как-нибудь. Давай сюда внутрь. Может получится как-нибудь все равно. Давай. Давай. Пожалуйста. Двигаем. Есть. Все-таки получилось, ты посмотри. Я как-то умудрился обойти эту херню. Так уже умный, а? Офигеть. Чертовски умный, чувак. Я не понимал, что это мне дало? То, что я это сделал. Что за бред? Капец какой-то. И что это? Понял юмора.
твари. Вот здесь мы еще не были. Что-то я здесь должен сделать. Что? И что дальше? Какой-то переход? Охереть. Куда я попал? Здесь не открывается. Ладно. Тоже не открывается. Тут я, честно, не знаю, что делать. Может, здесь? Нет. Die Netzwerkverbindung wurde unterbrochen. Теперь сюда. Warte auf Netzwerkverbindung. И сюда. Netzwerkverbindung hergestellt. Да ладно, получилось, ты посмотри. Ни хрена себе. Используем все карточки теперь. Нам открыли дверь, можем пройти дальше. Как умно сделали. Ладно. Давай наверх. Да ну нахер, я же здесь был. Ты чё, серьёзно, что ли, совсем? Короче, ясно, я полностью сломал эту игру. Понятно всё. Да уж. Реально капец какой-то. Давайте это осмотрим место. Ублюдки. Твари ебаные. На этот раз у меня ничего не зависло, не излагало. Я этому очень рад. Что мне делать-то, блядь? Короче, ясно, там мы все видели. Мы там просто пооткрывали всякую херню. Давайте все-таки надо вот с этим местом закончить. С читерами сраными. С гаденышами, блядь. Галимами. Вот не знаю, как мы против них будем. Это капец, конечно, вообще полнейший. Через стенку полезли. Я не буду с ними сражаться. Я пойду так. Поехали, короче. Класс. Тварь ебаная.
Я рад, то, что у меня на этот раз ничего не зависает. Это офигенно. Ладно, давай еще одна попытка. Три карточки — это бесполезная хрень. Мы там уже пооткрывали, ну, мы оказывались в одном и том же месте. Я вам только что показывал. Буквально 3 минуты назад. Поэтому идем дальше. Реванш. Просто реванш. На этом, конечно, поеду. Ничего. А я проехал, я проехал. Ложки, 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 ложки. Эй, кто там шляется? Кто? Еще один сейф. Мы все-таки куда-то добрались, ты посмотри. Но тут дверь вряд ли откроется. Да, это текстура обычная. Поехали дальше. Сюда, например, как-нибудь проедем. Да. Тут надо отъехать, походу. Потому что мешает проход этой двери. Есть, мы прошли эту главу, ребята. Да, наконец-таки. И не нужно было использовать обязательность карточки. Поэтому следующая карта у нас будет по счету пятая. Под названием Next. Ну, на этом заканчиваю. Спасибо, что смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в ВКонтакте, пишите комментарии, если вы касаетесь серии, будем продолжать.